Амуче Чайлалек. Медкирие Анна. Здравствуйте, меня зовут Анна. Вадунару Ураричтей. Тумчайлага Митема Хомдеме. Будем учить юкагирский язык. Сегодня наша тема – осень. Хомдеме. Осень. Хомдеме менолай. Наступила осень. Пуде механьхай. На улице похолодало. Пугилпе нерючерейни. Листья пожелтели. Хурул тиваней. Погода дождливая. Хурул мер ильени. Погода ветреная. Улегага тадат пулгиджилага оре меедеч. На листьях и траве появился иней. Уенейркунпе пугуче левеймбурбанин мечендейнуни. Птицы улетают в теплые края. Сукиджаврейрукунпе пугучепеги ласавей голануни. У животных шерсть становится густой. Хомдемен пурьепе овощепе аптанунга. Осенью собирают ягоды и овощи. Хомдемен левеймбурбе нотиней. Осенью природа красивая. Ваи нидаге. Еще раз повторим. Хомдеме. Осень. Хомдеме менолай. Наступила осень. Пуде механьхай. На улице похолодало. Пугилпе нерючерейни. Листья пожелтели. Хурул тиваней. Погода дождливая. Хурул мер ильени. Погода ветреная. Улегага тадат пулгиджилага оре меедеч. На листьях и траве появился иней. Уенейркунпе пугуче левеймбурбанин мечендейнуни. Птицы улетают в теплые края. Сукиджаврейрукунпе пугучепеги ласавей голануни. У животных шерсть становится густой. Хомдемен пурьепе овощепе аптанунга. Осенью собирают ягоды и овощи. Хомдемен левеймбурбе нотиней. Осенью природа красивая. Тумчайлага мит ураричолниджерпей тема хомдеме. Сегодня мы прошли новую тему осень. Ураричник мит евлигие вадунару ниелгитнер. Учите наш родной юкагирский язык. До встречи!